Пожалуйста, поверни назад, пока еще не поздно. Почему ты еще здесь? Дай-ка угадаю. Сокровища ищешь, верно? Как и все остальные. Это долгая история. Доводилось слышать об Этерии? Это редкий минерал, который использовали гномы. Предположительно, им пришлось построить особую кузницу. Кузницу Этерия, чтобы его обрабатывать. Выкованные изделия оказались столь могущественными, что из-за них началась война, а кузница оказалась утеряна. По крайней мере, так говорит история. Я всю свою жизнь провела в погоне за этой легендой, пока мой помощник, скотина, не украл мой труд и не опубликовал его от своего имени. И теперь мне нет покоя, пока у меня не будет доказательства, которое можно предъявить всем, чтобы все поняли, что я нашла, чего достигла, что моя жизнь не была напрасной. Но безнадежно это все. Я погибла здесь, как и все остальные. Поверни назад. Поверни, или станешь новой жертвой. Возможно. Впрочем, когда-то я сама так считала. Мне не отговорить тебя, да? Знаю. Знаю, я сама такая же была. В общем, если хочешь добраться до самого верха, тебе понадобится подмога. Тебе нужна моя помощь? Хорошо, тогда вперед. Вот здесь я и погибла. Падение было. Захвати мой дневник. Он нам пригодится. еще внушительнее, пока все не развалилось. Смотри, там сундук, но дверь плотно заперта. ждет. Умри! Вот тут я и сорвалась. Ощущение, будто это было 100 лет назад. Это же мой лук! Вон он, на бревне. Все думала, куда он подевался. Заботься о нем за меня. Вперед. Вот оно значит. Значит, это правда. Дай посмотрю. Ну-ка. Посмотри на край. Срезано и очень точно. Если бы у тебя была деталь такого же размера, она бы сюда подошла. Я один раз видела это изображение. Этот осколок — часть ключа. Ключа, сделанного из чистого этерия. Ключа кузницы. Разумеется, нужно найти остальные части. Должно быть еще 3. По одной на каждый город, который работал над кузницей. В моем дневнике была карта. С этого и надо начинать. Правда? Ну, это все упрощает. Нам все еще нужно найти саму кузницу. У меня есть соображение на эту тему. Столько всего надо сделать. Я пойду и попробую разобраться с этим. Мы еще встретимся, уверена. Впервые за долгое время мне кажется, что мы и правда сможем это сделать. И этим я обязана тебе. Спасибо.